Такой же тактики, как и болгарин Филиппов, придерживается и японский борец Такада в темном трико. Вот как он построил поединок с советским борцом Пашаевым. Такада захватывает кисть и голову сверху, не допуская атакующей действий противника. Он сбивает темп схватки и нейтрализует попытки Пашаева провести перевод за ногу. Советский борец разгадал замысел противника. Он осуществляет захват руки, проводит бросок мельницей и оставляет японского борца в партере, переходя на переворот разгибанием. Пашаев вновь пробует провести бросок мельницей, но Такада успевает уйти в защиту. Он отбрасывает ноги назад, выполняет ложное движение скручивания с упором рукой в бедро. Ему удается перевести советского борца в партер. Японский спортсмен умело применяет контратакующие действия. Пашаев делает все, чтобы отыграться. Он пытается атаковать проходом в ноги. Однако Такада активно защищается. Японский борец, захватив голову и руку противника, проводит мельницу с захватом головы. Он оставляет Пашаева в партере и переходит на переворот перекатом. Темп схватки возрастает. Такада внезапно проводит бросок через спину. Пашаев уходит из опасного положения, но японский борец преследует его, вновь оставляет в партере. Наконец, он переходит на переворот с захватом руки на ключ и добивается чистой победы.